Смертельная скорость. В воскресенье вечером на улице Куконковых областного центра в ДТП погиб мотоциклист. Как было позже установлено со слов свидетелей, 23-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda без госномеров, двигаясь с превышением разрешенной скорости, не справился с управлением и совершил столкновение с опорой уличного освещения. От полученных травм мотоциклист погиб до приезда медиков. Как позже выяснилось, право управления данным транспортным средством мужчина не имел. Мы призываем водителей мототранспортных средств быть внимательными на дороге, иметь, естественно, с собой защитные устройства, то есть мотошлем в обязательном порядке, соответствующие документы и соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростного режима.